Да. Ребят, пневмогруша скоростная, быстрая, не что прощает ошибок. Поэтому масса на ней работает. Там. Извините. А вот так. О, только что показали, первый раз сделал. Ладно. Поэтому на ней масса работает. За отсюда, там, отовсюду. Ну, очень она, скажем так, помогает нам, что наработать положение стойки исходное и самого ударного движения именно кулака, постановки кулака. Естественно, что первично здесь работает, что ритм, темп присутствует. Но это инструменты, которые позволяют, показатели точнее, которые показывают вам координат вашей зрительной и мышечной реакции. А главное, исходное положение. Некорректная стойка, уход руки, дергание перед ударом. Движение туда и движение обратно разными руками. Теряете ритм, теряете темп. Поэтому само движение ударное рукой здесь очень хорошо нарабатывается. Откуда кулак пошел, он туда и вернулся. Если не вот это, если вот эта поступательность присутствует. Поднимаю, чуть выше висит груша. Это, возможно, погрешность кулака выше и ниже, постановка кулака кости. Напрягаем предплечье, сжимаем кулачок, кулак и... Боевая стойка, тем более, все то же самое. Ставится кулак. Груша, видите, не болтается. Она идет. Двойку. Очень полезная для нас работа. А главное показатель – постановка кулака, ребят. И самого ударного движения, корректное ударное движение, без лишних подъемов, без опережения локтевого сустава плечевого. Одно и то же действие. Одинаково по своей длине и направлению. Постановка кулака. Встанет кулак так, в разные точки груша попадает, груша начнет играть. Как вариант, пользуемся.